Алоэ вера содержит биологически активные вещества для крепкого здоровья и активной жизни. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже, и раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как правильно применять алоэ вера, чтобы не умереть молодым стариком. А правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. Или правильно заниматься профилактикой. Именно потому сегодня мне с вами говорить хочется про алоэ вера. Так хочется верить, что вы не фаталист. И будь что будет со здоровьем, это не про вас. Алоэ вера – это море биологически активных веществ. И если вас интересуют качели, чуть позанимались своим здоровьем и вновь ведете свой уникальный образ жизни, тогда потом вам оправданий нет. Здоровье – это постоянный труд над его сохранением. А в случае болезни также постоянный целенаправленный труд, но, увы, над разрушенным здоровьем. Из болезни выйти можно, но не там, где взять нечего. Ты что, такой больной? Так надо иметь еще немного здоровья, чтобы это услышать и понять. И резерв времени, чтобы начать правильно лечиться и не умереть молодым стариком. Поэтому не ломайте здоровье, а применяйте алоэ вера не по ГОСТу, но правильно. Растение алоэ вера содержит разные группы биологически активных веществ, которые беспощадно расправляются с болезнями, даже если вы используете алоэ вера неумело. Так красиво алоэ вера выглядит. Но чтобы в алоэ вера не было опасных антрагликозидов, обязательно удаляется то, что вы видите. Это кожица. Фактически это содержащие антрагликозиды опасные берега. А между берегами целое море биологически активных веществ. Проверка, что в соке алоэ вера нет и не было опасных фракций антрагликозидов. При приеме алоэ вера у вас не выделяется моча кирпично-красного цвета. Просто я не хочу алоэ вера использовать неумело. Это также алоэ и столетник. Но этот вид алоэ содержит опасные антрагликозиды и в соке. И легче нарушить работу печени и почек. И легче умереть молодым от старости. И моя книга «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки» вам очень даже может понадобиться со временем. Применяя неумело алоэ, беспощадно и легче разрушаются ваши почки. И результат – легче и раньше появится почечная недостаточность и очищение крови, гемодиализ 3 раза в неделю. Представляете, какая опасность растет у вас на подоконнике? Если не знаете, как применять алоэ вера правильно. Основная действующая группа алоэ вера – это алоэ эмодины. Питательная группа алоэ вера – это простые сахара и органические кислоты, а также аминокислоты и белки, ферменты. Иными словами, эти вещества нужны каждой клетке вашего организма в режиме реального времени здесь и сейчас. Иными словами, постоянно. Особенно важна группа органических кислот алоэ вера. Янтарное, яблочное, лимонное – это обеспечение вашего организма энергии, причем экологически чистой энергии. А коричная и оксикоричная кислоты – это желчегонный и в меньшей степени мочегонный эффект. Иными словами, почти полное очищение вашего организма за счет усиления выделительной способности печени и почек. А все органические кислоты вместе дополняют прекрасное сокогонное действие основных биологически активных веществ алоэ, алоэ эмодинов. Иными словами, обеспечивают более правильное питание и переваривание пищи, начиная с желудка.
у тех, у кого желудок еще способен вырабатывать активный желудочный сок. Витаминная группа алоэ вера – это море витаминов группы В, а также витамин С. Микроэлементная группа алоэ вера – это железо, марганец, кобальт, медь, которые нужны всегда, особенно при анемии, для лечения рака, в любительском и профессиональном спорте, фитнесе и просто чтобы вести активный образ жизни. Причем не вопреки, а благодаря достаточному количеству кислорода в крови. Лечение анемии с помощью сока алоэ вера – это усиление энергообеспечения вашего организма или эффект омоложения обмена веществ, которые использовали еще диаскорид, Плиний, Парацельс, Гален. Лечение рака станет более успешным, если ваша иммунная система получит больше кислорода. Просто раковые клетки в кислороде легче задыхаются. Основной путь энергообеспечения раковых клеток – это без участия кислорода. Что я делаю с алоэ вера? Этот алоэ вера так красиво выглядит. Потому это растение алоэ вера я не хочу использовать для лечения. И не потому, что он еще слишком мал. Даже если станет на цыпочки алоэ вера, ему всего 3 года. Пусть растет. Каждую мою весну буду отмечать его успехи в росте. А вам могу посоветовать натуральные препараты на основе сока алоэ вера. Если они вам нужны, пишите в почту, которую видите в комментариях этого видео. Давайте поговорим на чистоту. Жизнь каждого человека как плавание в море. Кто вы? Корабль, который нужно подготовить для безопасного плавания в любых условиях, а некоторые считают, пока не заболеют. Что самокат. И можно так красиво жить, как хочется. Вернее, так красиво плыть, как плавается. Еще точнее, катиться валиком по жизни, пока само катится. В любом случае у вас есть определенные возможности и пожелания. А у моря есть дно и берега. И даже если вы капитан или дочь моряка, в любом случае, скорее всего, вы захотите плыть морем безопасно. Даже если вы считаете, что это море слишком пристойно и спокойно, а дно и берега как резина, безопасно и своевременно вас оттолкнут, это несуразная надежда. Каждому кораблю нужен хороший лоцман. Давай держаться на расстоянии от берегов и отмели. Просто на ваших берегах нет места для вас, пока вы живы. Пока плаваете и правильно используете возможности своего корабля в зависимости от переменных условий окружающей среды. И если бросаться, то в танцы со звездами. Алоэ вера вам поможет. А вы со мной поспорьте. Комментарий. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в следующих видео на моем канале вы узнаете еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. Если вы не подписчик моего канала и не хотите пропустить эти важные видео для своего здоровья и своей жизни, не забудьте подписаться на мой канал. Если вы считаете, что здоровье интересует не только вас, но и ваших друзей, знакомых, родственников, можете поделиться ссылкой на это видео, и они узнают эту информацию вместе с вами. До новых встреч на моих каналах. Доктор Скачко и школа доктора Скачко.